Перспективы развития туризма в России по стандартам «Халяль» обсудили участники круглого стола, организованного Роскредитацией в рамках 15-го международного экономического форума «Россия. Исламский мир». «Казань-форум-2024». В нем принял участие министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Имин Мерданов. Присутствующие обсудили вопросы внедрения в стране единой схемы аккредитации органов по сертификации «Халяль», разработки специальных туристических программ и маршрутов для мусульманских туристов, проведение маркетинговых кампаний среди мусульманских стран для привлечения потенциальных туристов и другие. Отметим, что в эти дни делегация правительства Республики Дагестан принимает участие в 15-м международном экономическом форуме «Россия. Исламский мир. Казань-форум-2024» на площади МФЦ «Казань-Экспо» в Татарстане. Делегацию возглавляет премьер-министр Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов. Форум предоставляет деловую программу, затрагивающую разнообразные темы международного сотрудничества, исламские финансы и инвестиции, индустрия халяль, наука и технология, женская повестка и многое другое. Мероприятие продлится до 19 мая. В общей сложности ожидается около 200 событий разного формата, включая 125 тематических сессий, где принимают участие эксперты из российских регионов, стран организации исламского сотрудничества и других государств.